Основу этой установки составляют две банки, стоящие одна над другой. Зальем в верхнюю банку воду, и из нее потекла тонкая струйка, распадающаяся на капли. Струйку охватывает металлическое кольцо, индуктор. К нижней банке присоединен электроскоп. Подадим на индуктор напряжение с одного из выводов высоковольтного источника. И стрелка электроскопа отклоняется. Это означает, что на нижней банке накапливается электрический заряд, хотя она и не подсоединена к источнику. Почему же это происходит? Если индуктор заряжен положительно, то тогда из верхней банки на струйку притягиваются отрицательные заряды, а сама верхняя банка заряжается положительно. Заряженная струйка разрывается на капли, которые уносят отрицательный заряд в нижнюю банку. Индуктор только помогает разделять заряды, а работу по их разделению совершает в этой установке сила тяжести. Она не дает отрицательно заряженным каплям притянуться к положительно заряженному индуктору и заставляет их лететь к отрицательно заряженной нижней банке. Поднесем к струйке палец, и струйка притягивается к пальцу. Ведь заряженная струйка наводит на пальцы заряды противоположного знака и притягивается к ним. Если поднести палец к нижней банке, на него проскакивает искра. Стрелка электроскопа возвращается в вертикальное положение, но тут же отклоняется снова, потому что банка заряжается очень быстро. Мы использовали в своем опыте высоковольтный источник, но можно ли обойтись без него? Такую конструкцию предложил в 1867 году английский физик Уильям Томпсон которому за его заслуги перед наукой королева пожаловала титул лорда Кельвина. В этой конструкции имеются две капельницы и два индуктора, соединенные с нижними банками крест-накрест. Допустим, что на одном из индукторов имеется небольшой положительный заряд. Он наводит отрицательный заряд на струйке, и банка под ним заряжается отрицательно, Часть этого отрицательного заряда перетекает на второй индуктор. Он наводит положительный заряд на струйки, и банка под ним заряжается положительно. Часть этого положительного заряда перетекает на первый индуктор. Теперь он наводит на струйки больший отрицательный заряд, который снова попадает в банку, перетекает на второй индуктор и так далее. Поэтому разделение заряда в капельнице Кельвина происходит все быстрее и быстрее. Так что заряды растут в геометрической прогрессии. Мы построили такое устройство. Нальем в него воду, и оно начало работать. Стрелка электроскопа очень быстро отклоняется от вертикального положения. Но посмотрите, что происходит со струйкой. Отдельные заряженные капли отлетают от нее. Часть из них отталкивается от нижней банки и летит мимо, а некоторые капли подлетают к индукторам и нейтрализуют заряды, накопленные в системе. Поэтому между банками устанавливается определенная разность потенциалов, которые соответствуют отклонению стрелки электроскопа. Разрядим нижнюю банку пальцем. Капельница очень быстро заряжается снова.